9 лет прошли быстрее сказки. Ты выпускник и оглянуться не успел, и нет в руках учительской указки, и стерся до последней крошки мел. Добрый день, уважаемые дамы и господа, воспитанники и сотрудники рейтинговой школы города Москвы, центра образования 1858. Мы говорим «Здравствуйте!» Мы непременно встретимся с вами в школьном дворе 2014 года. А теперь посмотри в зал и скажи, что ты видишь? Воспитанность, природный аристократизм, верность традициям. Это о наших юношах сказано. Высший шик кавалергарда – отсутствие всякого шика. Дамы и господа, парад кавалергардов! Leave my world so cold. You and I.
элитный дом центра образования, доброта, защищенность царят в твоих стенах. И как говорит первая леди нашего ЦО, Гречко Татьяна Александровна, здесь учатся лучшие юноши Москвы и Московской области. 84 воспитанника 9 классов, красивых, уверенных в себе, подтянутых, позитивных. Среди них 32 талантливых, безудержных и, надеемся, выдающихся спортсмена. А вот и они! Выпускники второй ступени перешагнем на третью, где получим среднее общее образование. Нас многому здесь научили и по-французски совершенно, и изъясняться, и писать, легко мазурку танцевать и кланяться непринужденно. Чего же вам больше? Совет решил, что ученик любой здесь мил. Show me your baby trick that you won't use on me. And I'm falling
you know what I mean? Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. This is the part where we fall in love. Цените. Цените семью и, конечно, друзей. Цените всех тех, с кем жизнь веселей. Цените в людях ласку, цените в них любовь. Цените их за то, что вытерпят вас вновь. Цените в них улыбку, счастливые глаза. Цените тех, кто отвечает за свои слова. Цените в людях верность, заботу и добро, что в остальных порою найти так нелегко. Цените просто то, что эти люди рядом, и за глаза о них вам говорить не надо. Прошу, цените их и дорожите ими. Ведь таких людей так мало в этом мире. Плохо, как здорово, что в школе есть
еще десятый класс. Как здорово, что в школе есть еще десятый класс. Посмотри в зал. Как ты думаешь, какой вопрос застыл в глазах наших одноклассников? Они мечтают хорошо сдать ОГЭ. Еще три новых буквы, которые портят людям жизнь. Что ни говори, хорошее дело тремя буквами не назовут. Как ни называй, а от экзамена все равно никуда не деться. Действительно, мы все-таки эти 9 лет учились. Кто-то чему-нибудь, а кто-то как-нибудь. А помнишь, мы учились танцевать. Осеннее дефиле, дворянское собрание, день центра образования. Что и говорить, танцующее поколение, это звучит гордо. Себя в роли ведущего. 9 лет об этом мечтал. Я объявлю номер, и все. Всего один раз. Если только один. Ладно, объявляйте уже. Танцевальная композиция «Бэнг Бэнг». And see you in your gown.
Пора, и при всякой погоде пропадали пробки.